26 января 1904 года. Санкт-Петербург. Обычный зимний вечер. Ротмистр Николай Иванович Ивков готовится отходить ко сну. Внезапно дверь его спальни распахивается настежь. Измена родине. Предательство. Японский шпион Ивков обезврежен. Но это уже ничего не изменит. Русско-японская война начнется в эту же ночь. Сакубо. Махинация. Пройдут десятки, может, сотни лет, прежде чем японской армии станет по плечу тягаться хотя бы с одной из самых слабых европейских держав. Так русский военный атташе в Японии, полковник Вановский, писал о потенциальном противнике незадолго до войны. Большая азиатская программа Николая II предполагала экспансию на восток, не исключая при этом военного варианта развития событий. Но сказать, что мы не представляли себе тех, с кем собирались воевать, это не сказать ничего. Хладнокровие, молниеносная реакция, но главное – хитрость и коварство – вот качества, отличавшие воинов Микадо во все времена. И, притворяясь слабыми, японцы не ждали мира. Японцы готовились к этой войне больше, чем русские. И у них уже была агентура до войны создана, опорная, резидента, во всяком случае, среди местного населения. И очень трудно было, допустим, иногда русским отличить, японский это японец это или китаец, или это кореец. Вроде как все на одно лицо. В начале 20 века на Дальний Восток хлынули тысячи трудовых иммигрантов из Японии и Китая. В этом плотном потоке границу легко пересекали сотни шпионов. Россия тоже пыталась вести разведку, но похвастаться было особо нечем. Первые же агенты, оказавшиеся в Японии и Китае, были мгновенно дезавуированы. Маленькая территория, все под контролем. Местное население обязано было докладывать о каждом новичке. Вот кто-то появляется, незнакомец какой-то, который здесь не живет. Кто это такой? Сразу понимаете, раз, его начинают проверять. И что-то там сделать было, это просто было невозможно. Вот русских туда послать невозможно. Японцев завербовать тоже невозможно, потому что ну не шли они на это просто-напросто. Зачем им это нужно было? В 1901 году военный министр Алексей Куропаткин посещает Японию. За официальным визитом скрывается истинная цель – узнать, насколько силен предполагаемый противник. Хитрые японцы с легкостью обводят сановного гостя вокруг пальца. Показали, значит, кавалерию. И там молодой человек, значит, там лошадь стала, ну, там, наверное, сбросила. И вот Куропаткин серьезно так, значит, в дневнике своем рассуждает, что кавалерия у них слабая, значит, у нас-то сильная, мы-то лучше. Безусловно, это ошибочное представление. Он даже не понимал, что вовсе не там надо смотреть и не там искать. В этом плане японцы с некоторой долей коварства показали ему то, что они хотели, чтобы он видел. Мосо. Заблуждение. Иван Федорович Моносевич Мануйлов считается одним из самых удачливых агентов охранного отделения. Он любит шикарные гостиницы и со вкусом обставленные номера. Но сегодня придется потерпеть некоторый дискомфорт. За громким названием «Интернациональ» в самом центре Парижа спрятался весьма скромный отель. Зато только здесь Мануйлов сможет вершить судьбы мира, не снимая домашних тапочек. 27 января 1904 года японская эскадра атаковала Порт-Артур. Война, которую с минуты на минуту ждал весь мир, началась для России внезапно. Маленькая и победоносная, по мнению некоторых российских политиков, она очень скоро превратилась в затяжную и кровопролитную. На помощь первой Тихоокеанской эскадре военное командование направляет в Японское море корабли с Балтики.
Япония готова во что бы то ни стало остановить продвижение эскадры. Все это время российские спецслужбы по всему миру будут вынуждены работать в жестком цейтноте. Старались, конечно, блокировать деятельность японских атташе военных вот в столицах, так сказать, западных стран, да. И даже там были случаи, когда в японское посольство были подкуплены слуги там, местные слуги там, по-моему, во Франции действовали наши, вот, которые, наши, вот эти, наши агентуры, которые докладывали русской разведке, что делает японский атташе. Благодаря удачному ходу с подкупом посольской прислуги, русские получают бесценные сведения о деятельности японских спецслужб в Европе. В частности, российской агентурой перехвачена секретная депеша японского посла в Гааге, адресованная в посольство Японии в Париже. В ней говорится: «Прошу употребить все способы, чтобы воспрепятствовать ходу эскадры». Также становится известно, что по всей Европе японские диверсанты скупают быстроходные торговые суда и запасаются бросательными минами. Тем временем Балтийская эскадра благополучно выходит в Северное море. И тут происходит событие, едва не ставшее причиной начала мировой войны. Ночью эскадры атакуют неизвестные суда. А утром выясняется, что под обстрел попали английские рыбаки. Однако, по словам вице-адмирала Рожественского, на его корабли напали миноносцы, которые потом выгодно спрятались за мирные суда. Это вообще история достаточно темная. Японцы ведь покупали суда тоже. И возможно, что какие-то 2-3 эсминца, закупленные там и предназначавшиеся для того, чтобы их отправить в Японию своим ходом, возможно, что они могли, так сказать, вот эту шумиху тоже навести и панику. Не исключено, но на 100% я не могу это утверждать. Я в этом пытался разобраться, но до конца так, в общем, все это... Действительно, это были только рыболовецкие шхуны? Или там что-то все-таки промелькнуло, которое заставило Рожественского открыть огонь? В разразившемся международном скандале сдавали тон английские и японские средства массовой информации. Вот комментарий одной из японских газет. Позволить себе подобное насилие может только тот, кто не имеет ничего общего с цивилизованными народами. Удар был нанесен точно в цель. Ведь до этого нецивилизованными называли самих японцев. Русские очень верили, что японцы людоеды. Была легенда, что японцы вот выдирают сердца и съедают. Почему-то считали, что они добивают раненых. Инцидент удалось замять с большим трудом. Однако этот информационный повод был использован Японией как инструмент формирования своего позитивного образа в общественном сознании.